Россия ввела ограничения на экспорт дизельного топлива и бензина. Это как если бы из Сахары запретили экспортировать песок, если бы из Беларуси сказала, что у нас дефицит леса и дров. Страна, в которой, по сути дела, есть все полезное ископаемое, в руководителях которой являются люди, приверженцы большевизма, сталинизма и нацизма, довели страну до ручки. Потому что технологии для того, чтобы перерабатывать и нефть, и другие полезные ископаемые, просто нету. Все покупали, все крали, 3 триллиона из страны вывезли. И вот самое страшное для нас, это что с такой страной, с таким тоталитарным устройством нам предлагают встретить светлое будущее. Не встретим мы ничего. Если мы тут дальше пойдем, то я уверен, что нам будет точно так же дефицит, квоты и даже на заправку будем ходить по разрешению.